И к 2015 году должна преобразиться набережная Волгограда. Такую задачу поставили региональные власти. В настоящее время объявлен конкурс на лучший проект по реконструкции одного из главных объектов города. Предполагается, что обновленный архитектурный комплекс набережной станет новым лицом Волгограда. Продолжит Мария Иванченко. Обшарпанное здание речного вокзала, практически полное отсутствие лавочек на нижней террасе, унылый вид. Таким неприглядным великолепием центральная набережная Волгограда встречает и своих гостей, и жителей нашего региона. Считаю, что надо сделать реконструкцию, как бы побольше мосты, тут все-таки какие-то дороги плохие, надо как-то сделать реконструкцию, чтобы для улучшения. Я считаю правильно, что затеяли реконструкцию. Ну, облагородить ее надо все равно, как-то что-то сделать с ней, как-то получше улучшить, чтобы Волгоград наш был на высоте. Надо, конечно, улучшить, подремонтировать, чтобы было красивее. Город-герой все-таки. Идею произвести реконструкцию набережной Волгограда предложил губернатор Сергей Баженов. Этот объект должен соответствовать городу-миллионнику, причем сохранив свое патриотическое направление и включая модернизацию с созданием рекреационных зон. Порядка 40 лет здесь не проводился капитальный ремонт. В неудовлетворительном состоянии основные социально-культурные объекты, речной порт и сами гидротехнические сооружения. Предлагается, что современный архитектурный комплекс набережной станет новым лицом Волгограда. А во время проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года она, несомненно, станет местом встреч гостей из многих стран мира. Лучшие проекты по реконструкции набережной будут представлены на конкурсе, который объявили власти региона 15 апреля. Авторы идеи предложат свое видение этого объекта. А компетентное жюри во главе с губернатором и ведущими российскими архитекторами выберут лучшего из лучших. Основными критериями будет у нас это учет особенностей самого объекта, как историческое наследие. Это обязательный учет тех объектов, которые там расположены, предложения по их реконструкции, также предложения по восстановлению благоустройства набережной и приведению ее в состояние, которое позволит жителям города Волгограда комфортно отдыхать на набережной. Кстати, к обсуждению проектов набережной смогут подключиться и жители региона. Они будут выставлены на публичное обозрение, и каждый желающий сможет высказать свое мнение по представленным работам. Заявки на конкурс от авторов принимаются до середины июля. А реконструкцию набережной планируется завершить к 2015 году. Мария Иванченко, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба».